Привет, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова, и хочу вам сейчас показать новинки каталога номер 15 Oriflame. Это обалденный набор деним. В эту коллекцию входит потрясающая сумочка, вот влюбилась в нее с первого взгляда. Что мне понравилось, ее можно так через плечо носить. Она такого классного качества, она как будто стеганная, стеганка у нас остается в моде. Прикольная застежка, и она большая. Она кажется маленькая, но за счет того, что у нее широкая донышко, она такая вместительная. Тут есть кармашки для телефончиков, есть кармашек на молнии. И вообще она обалденная, очаровательного цвета, такого всегда модного джинсового. Посмотрите, какой набор. Такие классные митинги, шапочка просто чудесная. И для дома, для уюта носочки в этой же теме, такие с помпошечками. У них есть специальные антискользящие такие точечки, чтобы вы не упали, когда бежите на кухню за новой чашечкой кофе, такие прибежите обратно. Они очень мягенькие. Обратите внимание, что их два размера. Одни побольше, одни поменьше. У меня вот в руках поменьше, я их уже примерила. У меня 37,5 размер, вот прям супер, не надо ни меньше, ни больше. То есть, если у вас где-то так от 36 до 38, то берите размер поменьше. Вот, это первая коллекция. Так прям жалко ее снимать. Вообще так, ах, такие митинги классные, такие тепленькие. Такая шапочка уютная. Ну, придется снять, потому что у нас еще есть коллекция «Аметист». Аметист, и в ней у нас уже более такая серьезная тема заявлена. Это потрясающий шарф-воротник. Говорят, что будет очень модно в этом сезоне. Такая коса, толстая, объемная коса. Мы ее просто одеваем. Можно ее, кстати, как челма носить на голове. Шучу. Одеваем на шею, распределяем, как нам удобно. Есть в этой коллекции шикарные перчатки, такие длинные, теплые, у них внутри такой флис очень согревающий, то есть будет мягкая такая, мягкий материал под кожу, сделан очень красиво, элегантно. Перчатки завышенные, то есть чтобы у нас было тепло всей руке, да, чтобы запястья не мерзли. И в этой же коллекции цвета аметист с сумками. Чудесная форма, шикарно сделана. То есть она будет уютно на плече смотреться. Это у нее широкое донышко, обратите внимание. Шикарный такой замок с двух сторон, который может подниматься отсюда. И она внутри очень красиво сделана. То есть все удобно, карманы, застежки. Вообще супер коллекция, очень красивая. Рекомендую. Балуйте себя, будьте красивыми, очаровательными. И чтобы вам было зимой всегда уютно и тепло. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.